СММ-специалист пользуется большим спросом на рынке труда. Сегодня мало кто не пользуется социальными сетями. Для кого-то интернет может быть простым миром информации, площадкой для знакомства, а для кого-то – настоящий источник дохода. Интересно, что для того, чтобы стать СММ-специалистом, не требуется иметь высшее образование. Сегодня в социальных сетях, мы знаем, представлены все, и без социальных сетей невозможно продвижение ни бизнеса, ни услуг, ни человека как эксперта, как специалиста, как профессионала. Этому мы всему учим. Многие недооценивают социальные сети и СММ в частности. Они думают, что СММ заключается в том, чтобы постить красивые картинки, видео, сторисы и так далее. На самом деле за всем этим стоит большая работа, и работа СММщиков, она требует стратегического подхода, аналитики, и мы всему этому учим. Бесплатные курсы «СММ – эффективный инструмент развития бизнеса» рассчитаны на женщин. Записались на него порядка 28 североказахстанок. Занимаются они 5 дней в неделю по 4 часа. Сабина Арсалиева, мама в декрете, решила получить новые знания, чтобы начать вести свою страницу в социальных сетях. Каждый день у нас новая тема, практика, домашнее задание, которое мы проводим дома. Поэтому очень прекрасно, мне лично нравится. Я никогда не обучалась СММ, всегда хотела, и тут появилась прекрасная возможность. Для меня кажется, СММ – это очень актуальная профессия, потому что сейчас век технологий, все в телефонах, и реклама просто везде. СММ-специалист, мне кажется, это востребованная профессия. По завершению обучения в течение 2 недель каждая участница получит сертификат. Деятельность Центра развития женского предпринимательства – это одно из направлений такого большого нового инструмента, как Менкосэпкер. Это инструмент национального проекта по развитию предпринимательства, который был запущен с этого года, с января 2023 года. В рамках деятельности ЦРЖП есть одна из услуг – это организация профильного обучения, организация бизнес-обучения и ремесленничество, обучение ремесленничеству. На данный момент у нас в Североказахстанской области уже отобрано 6 направлений, 4 направления, которые мы планируем реализовать до конца октября месяца. Интересные тоже направления – это обучение визажистов. Кроме этого, есть еще одно из направлений, тоже, я бы сказала, сейчас очень популярно. Мы набрали группу 32 человека – обучение менеджеров маркетплейса. Интересное обучение. Тренер приедет у нас с Алматы и будет проводить обучение для женщин. Обучение барберов, мужской мастер, да, это тоже набирает популярность специальность. Я смотрю, у нас в области открываются один за другим барбершопы, а значит, туда нужны специалисты. И сейчас группа из 15 человек уже сформирована. Мы планируем в ближайшее время уже начать обучение по этой специальности. И еще одно направление, на которое тоже есть желающие. Сейчас 16 человек уже подали заявки. Это обучение по производству кондитерских изделий. Чтобы стать участницей данных курсов, необходимо оставить заявку в Центре развития женского предпринимательства при областной палате предпринимателей. Камила Карим, Азамат Баймукан, Александр Янсен, МТРК.